Конструкция и принцип работы клапана защиты от гидроудара 100RE. Клапан 100RE отличается простой и надежной конструкцией. В нем отсутствуют оси, подшипники и уплотнения, которые подвергаются износу и коррозии. Особенность данного клапана – это наличие двух пилотных регуляторов, на которых устанавливается два давления. Давление открытия и давление закрытия клапана. Давление открытия задается на первом пилотном регуляторе. Давление закрытия – на втором. Клапан размещается на отводе от главного трубопровода. Рассмотрим принцип работы клапана 100RE. Когда насосы работают, клапан находится в закрытом положении. После остановки насосов вода за счет силы инерции проходит по трубопроводу еще какое-то расстояние. В результате этого в трубопроводе после насосов давление падает ниже статического уровня. Срабатывает первый пилотный регулятор. Он дает команду на полное открытие клапана. Это открытие происходит благодаря снижению давления на мембрану внутри пилотного регулятора, в результате чего пружина разжимается. Внутри пилота открывается командный порт, благодаря чему из управляющей камеры удаляется вода. Клапан полностью открывается. Благодаря тому, что клапан открыт, происходит сброс избыточного давления, вызванного обратной волной, и предотвращается гидроудар. После обратной волны давление возвращается на статический уровень, и второй регулирующий пилот плавно, в два этапа, закрывает клапан для предотвращения опорожнения трубопровода. Плавное закрытие клапана исключает возможность возникновения повторной волны. Закрытие клапана происходит благодаря второму регулирующему пилоту, который отрегулирован на статическое давление закрытия. Когда статическое давление возвращается на прежний уровень, командное давление перестает воздействовать на мембрану внутри второго пилота. В результате регулирующая пружина разжимается и закрывается командный порт, что дает возможность нагнетать воду в камеру над мембраной. Мембрана перемещается и закрывает проходное сечение клапана. НПЦ «Промводочистка». Официальный представитель «Дарот» в России.